субботу в Самарской области будет ясно и малооблачно, ожидается гроза и местами пройдет небольшой дождь. Жарко. Температура воздуха днем 30-38 градусов, ночью 22-24 выше 0. Ветер преимущественно восточного направления 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках и небольшой дождь. Днем плюс 34 градуса, ночью плюс 23. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 33, ночью 24 градуса выше 0. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, гроза. В дневное время плюс 33, ночью 22 градуса выше 0. Ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 34%, температура воды в реке Волга 18 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.